Алоха, дамы и господа, на связи Синеманьяк, и это кратко новости за неделю. В данном выпуске будут рассказаны новости сразу за 2 недели. Итак, погнали! Сериал «Супергерл» с Мелиссой Бенойст завершится 6-м сезоном, об этом сообщил телеканал CW. Премьера финального сезона состоится в 2021 году и будет состоять из 20 эпизодов. Британский актер Эдди Редмейн сообщил о возобновлении съемок 3-й части фэнтезийного фильма «Фантастические твари». Тоби Хейнс выступит новым режиссером безымянного фильма про Кассина Андора из фильма «Изгой 1. Звездные войны. Истории». Съемки должны начаться в октябре. Главного героя исполнит Диего Луна, а компанию ему составят Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард, Кайл Соммер и Андрей Архона. Сервис HBO Max запустил разработку спин-офф отряда самоубийц Джеймса Ганна. Главным героем выступит персонаж по имени Мираторец, которого сыграет Джон Сина. Сезон будет состоять из 8 эпизодов. Съемки запланированы на начало 2021 года. Стали известны даты возобновления съемок сериалов телеканала CW по комиксам DC. Правда, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, они могут измениться. Эти даты вы можете увидеть на своих экранах. По информации портала Variety, Сэмюэл Л. Джексон может вернуться к роли Ника Фьюри, главы сверхсекретной организации ЩИТ, в грядущем сольном проекте. Дата выхода, как и начало съемок, еще не объявлены. Стало известно, что в октябре 2021 года Том Круз совместно с режиссером Дагом Лайманом отправится в космос на корабле Илона Маска. Их полет объявлен как туристическая поездка. И не ясно, полетят ли они для изучения Международной космической станции или для съемок безымянного фильма, подробности сюжета которого пока не раскрываются. Режиссер Дэвид Лоури определился с актрисой на роль феи Динь-Динь в фэнтезийной картине про Питера Пэна от студии Disney. Его выбор пал на американскую актрису и модель Яру Шахиди. В проекте уже участвуют Джуд Лоу в роли капитана Крюка, Александр Малони, воплощающий на экране главного героя Питера, и дочка Милы Йовович Эвер Андерсон в образе Венди. Начало съемок намечено на следующий год. Американский режиссер и сценарист Барри Дженкинс выступит режиссером приквела прошлогоднего «Короля Льва». Напомню, что «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен, а также самым кассовым фильмом Диснея в прошлом году, собрав свыше $1,6 млрд в мировом прокате. Дата начала съемок, как и дата выхода в прокат, не называется. Стала известна актриса на роли Камалы Хан в сериале «Мисс Марвел» от Disney+. Ею стала дебютантка Иман Вэлани. Дата начала съемок и дата премьеры неизвестна. Стрим-сервис Netflix приступил к разработке сериала про легендарного Конана Варвара. Стриминговый гигант намерен создать полноценный франчайз, состоящий из фильмов, сериалов и анимационных проектов. В данный момент ведутся поиски сценариста, шоураннера и режиссера проекта. В центре Лондона, на площади Лестер-сквер, был установлен памятник мальчику, который выжил. Если кто не понял, речь идет о Гарри Поттере. Памятник создан из бронзы и установлен рядом с кинотеатром «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Скульптура была воздвигнута в рамках проекта «Сцена на площади», посвященная киноновинкам столетия. Компанию Гарри составляют Багз Банни, которого вы можете увидеть на экранах, Мистер Бин, Мэри Поппинс и медвежонок Паддингтон. Звезда серии фильмов «Классный мюзикл» американский актер Зак Эфрон воплотит образ отца главной героини в новой адаптации романа «Воспламеняющая взглядом» Стивена Кинга. За производство картины отвечает студия Blumhouse. Дата начала съемок и дата выхода в прокат не называется. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если понравилось, жмите колокольчик и до встречи в следующих выпусках.